Международный праздник «Всемирный день сердца» в Иванове не оставили без внимания. В одном из торговых центров состоялась профилактическая акция под девизом «Здоровая жизнь, здоровое сердце». Уже 2 года подряд в мероприятии принимают участие волонтеры кардиогвардии. Это 40 студентов старших курсов Ивановской медицинской академии, которые ратуют за здоровый образ жизни и стремятся пропагандировать его среди горожан. Это самый многочисленный отряд студентов медицинской академии. Сегодня они уже не только хорошо говорят, задают вопросы, дарят подарки, они еще и танцуют замечательно. То есть своим примером показывают, что движение – это жизнь, правильное питание – это жизнь, отсутствие курения – это жизнь, ну и так далее. То есть они сами ведут правильный образ жизни и рассказывают молодежи, как надо жить правильно. Форт по здоровью, развернутый в торговом центре, с удовольствием посетили не только пожилые люди, но и молодежь. Во время акции можно было бесплатно измерить артериальное давление, узнать уровень глюкозы и холестерина в крови. Прием проводили врачи-кардиологи. При необходимости они давали рекомендации, как привести все показатели к норме. Чтобы сердце было здоровым, нужно соблюдать нехитрые правила. Правильное питание – это отказ от всех вредных привычек, от курения, от алкоголя, от приема различных токсических, наркотических веществ. Затем следить за собой, за своим здоровьем, то есть проводить регулярные профилактические осмотры. Необходимо ходить, мне кажется, в центр здоровья. Это сейчас очень полезно для самого себя, узнать про свое здоровье. Если есть какие-то проблемы, то сразу же проводить лечение, не затягивать со своими заболеваниями, лечиться и, конечно же, побольше проводить время на свежем воздухе. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в мире стоит на первом месте. Ежегодно эти болезни уносят жизни более 17 миллионов человек. Медики говорят, что 80% случаев преждевременной смерти от инсультов и инфарктов можно предотвратить, если внимательно следить за своим здоровьем и вести правильный образ жизни. Любовь Почерников, Денис Денисов, РТВ Иваново.